Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале RusFPS, и мы продолжаем нашу рубрику по, значит, ну, от новичка до звезды футбола, точнее уже до суперзвезды, до суперстар. Вот, и сегодня у нас сложность, обычный игрок, также один матч, но надо, конечно, постараться остаться на плаву. Сегодня мы будем против Наполи играть, вот такой мой состав. Есть небольшие проблемы, нужно заменить парочку игроков, и можно, в принципе, идти, собственно говоря, в бой. Сейчас немножко заменим и продолжим. Так, ну что, мы заменили наших игроков. У меня, кстати, тренер Лев недавно поставил, еще раз повторяю, против Наполи. В предыдущей серии, кстати, если не смотрели, забил 7 мячей. Да, это крайне мало. Вы можете и больше сделать. Значит, все в ваших руках. Можете также, значит, повторить, поиграть. Так, звук трибун настроен. И, значит, мы можем начинать. Ничего вырезать не буду. Сразу же, значит, в лайв-режиме, чтобы вы смотрели мою великолепную игру. Но пока у нас прессинг. Здесь ничего такого интересного не будет. Выжидаем, это обычный игрок, здесь ничего сложного не должно быть, никаких проблем здесь, я думаю, быть не должно. Вот уже отбор, почему-то Рональдиньо здесь, а не там, где должен быть. Я, кстати, выпустил Бензему, не знаю почему, потому что у него сегодня супер стамина, и Кристина на добивании забивает. Это первый гол, мы его, естественно, отпразднуем, потому что он первый. Просто у Роналдо стамина на... Ну, палочка вверх. У Бензимы тоже, я думаю, почему бы Роналду там с этой стороны, а Бензиму в центре не поставить. Вот и поставил, все, 1-0. Схема работает, идем дальше. Вот сразу же прессинг. Они должны отыгрываться, но мы их просто сейчас запрессингуем полностью, и все. И не нам сами отдадут свой мяч. Тут чекайте буквально. Ну, вот даже сейчас. Да, вот Кристиану скидка на Бензиму. Бензима пройдет. Поддержит мяч своим корпусом. И Месси прорывается. Отходит от Кулибали. И это удар. И это опять чертова штанга. И почему такой мощный удар? Я не могу понять. Это могло быть, кстати, на добивании гол. Интересно, мне больше понравилось, как Месси ушел от Кулибали. Это было восхитительно. Серьезно. Недавно за Наполи играл, было событие, вот, может быть, тоже видеоролик сделаю, как я там за Наполи отыграл матчи 5, что ли. Ну вот, ждите, надеюсь, сделаю. Вот, и там Кулибали у меня прям всех отталкивал, всех уничтожал. Вот, здесь какой-то маленький Месси спокойно проходит. Так, а это, я надеюсь, не потеря мяча будет. Нет, нет. Розыгрыш. Немножко парня сломал, но я нечаянно. Больше такого не будет. Так, ну я думаю, это будет подача, да? Да, ну мы куда-нибудь сразу выбьем. Сразу же забираем, да? Это Бензима на Криштиану Роналду. А Криштиану Роналду на Лионеля Месси. Здесь видно забегание от Бензимы. И можно в касание про... Слушайте, ну зачем я его выпустил? Серьезно, Роналду бы забил. Ну вы посмотрите на это. Ну зачем? Ну блин. Конечно, кто-то скажет, надо было подождать. Это не FIFA, это PES. Здесь даже суперпрофессионалы могут ошибаться. Ну понятно, но блин. Когда у тебя стамина 1000, зачем ошибаться? Ладно, ничего страшного, Бензима выдержала вса... Неточная, ну ладно, мяч все равно у нас. Рональдиньо, хороший пас на Бензиму, но это ошибка. И Оспина все-таки, я надеюсь, Оспина, да? Вот, берет мяч. И опять мы включаемся в наш суперпрессинг. Даже Роналду в нем включен, так сказать. Здесь мы все закрыли. Передача на левый фланг. Напоминаю, всего лишь 1-0 мы выигрываем. Это крайне мало. Я думал, я забью 1000 мячей сегодня, а я забил всего один. Это очень... не есть хорошо. Бензима уходит. Пас на Криштиану. Какая хорошая. Здесь мы немножко подождем.
Выверен... О, нет! Ну, слушайте, это, кстати, было опасно. Кулибали тут случайно чуть не забил в собственные ворота. Если бы это был бы гол, это было бы хорошо, но это не гол, и это нехорошо. Вот. Так, эта передача проходит. Ну, хорошо, а это уже не проходит. Манолас. Скидка. Здесь мы должны выигрывать. Как-то мне не нравится эта игра. Серьезно. Надо было опять новичок включить и все. Так, Тьяго. Ну здесь-то забей. Да, 2-0. Ну ладно. Ну хотя бы так. Хотя бы так. Водичка. Ну повтор здесь. Ну, ничего такого сложного нет. Просто придержал, развернулся. Отдал пас на набегающего. И, собственно, гол. Вратарь тут ничего не смог сделать. Это ж Тьяго, это ж Тьяго. Так, что-то фризы были небольшие. Ну ладно. Идем дальше. Здесь какие-то странные передачи. А, и все, и первый тайм у нас подходит к концу. Вот такой вот не очень-то интересный. Сразу же переходим ко второму. Вот, матчи здесь очень быстрые. Надо успеть. Ну давайте попробуем хотя бы три мяча заколотить. Хотя бы три мяча заколотить. Это будет уже хорошо. Так, Рональдиньо... Неточные передачи меня всегда раздражают. Вот, надо делать точные. Причем срочно. Кстати, если вы не смотрели предыдущие серии, то плейлист будет в конце видео. Можете глянуть, посмотреть. Вот, если будет интересно. Месси скидка головой. Криштиану пас на... И удар. И тут сейв. Ну, слушайте, ну ладно, пойдет. Мы даже можем посмотреть повтор. Но и как-то Каспина вытащил этот великолепнейший удар, я даже не понимаю. Я думаю, здесь лучше разыграть. Тем более, вон Роналду к нам подбежал, а мы вот так. Пас в центр и опять не точно. Александру пробивает не туда, куда нужно. А нужно было точно не туда. Вот, ну ладно, у нас, кстати, еще есть... Очень много матчей, если не ошибаюсь, еще три серии в нашей рубрике. Потом, может, мы что-нибудь новое придумаем. Так, Алвес на Тьяго. Пока мы не спешим никуда, лучше точно, но спокойно. Месси, ух ты, сохранили мяч. Так, а здесь я что-то как-то не подумал, ну ладно. Отдадим на Месси, Месси на Криштиану, и это гол. 3-0, ну ладно, у нас еще 40, нет, 30 минут есть игровых. Все. Не, ну согласитесь, это было, ну, по крайней мере, неплохо. Вот, это было, ну, нормально, пойдет. Стандартная атака, здесь прострел, и Криштиану замыкает, как настоящий бомбардир бьет в пустые ворота. Вот. Идем дальше. Идем дальше, это у нас фраза дня будет. Прессингуем. Потихонечку, да, вот сюда дай нам, мы не добежим, ладно. О, ух ты, как хорошо-то, Александро. Так, а здесь вот остановись на Криштиану. Так, Рональдиньо видит Месси, и Месси прямо в касание, я думал промажет, но это же Месси, и он забивает точно в дальний угол. Хорош. Повтор. Прошу внимания, Рональдиньо, и, кстати, это было с правой. Это было с правой ноги. С левой мажет, с правой забивает. Какой молодец, а. Но, вот вам еще раз повтор. Ну все, ладно, не будем уже смотреть много. У нас еще один гол. И это будет уже неплохо. Не, ключевое слово не нормально, а неплохо. Вот. Так. Здесь на фланг, это уже читается. Рональдиньо хорош. Ой, ты какую вырезал. Это Бензема пяткой. А что дальше-то будем делать? А мы вот так остановимся. И это точно было, и это точно. И это гол, и это в ближний. Я думал в дальний, ну ладно, и в ближний. Вратарь тем более не ожидал такого. Все. Дубль, а нет, не дубль, а хэт-трик. Забивает Роналду, смотрите еще, оп. Вообще не ожидал, а я забил так. Давайте еще раз повторчик. Потому что красиво.
Бензема как оп, а там же Манолас мощный, но все равно это гол Криштиану. Да, радуюсь, когда играю с средней сложностью. Нашел чему радоваться тоже мне. Вот. Ах ты, это ж почти перехват был. Кстати, у нас есть возможность забить шестой. Да, чуть не сглазил. Рональдиньо. И это поддержать. А давай сам пробей. Со второй попытки. Да. Да, 6-0. Может быть, даже седьмой получится забить. И смотри, вся Тима в сборе. Давайте все-таки глянем на этот повтор. Он, правда, не полный, но ладно. Я хотел на Роналду вот забить. А все-таки лучше надо было так. Рональдиньо, красавчик. Смотрите, даже такие повторы у нас есть. Подработал, с левой пробил и гол. Отлично. Супер. Давайте, пацаны, надо еще один закатить, и тогда мы останемся на плаву. Смотрите, с новичком 7, с любителем 7. Со средней сложностью тоже 7, было бы неплохо. Так, это Криштиану Роналду. И это... Ух ты! Ух ты, и это хорошая возможность отличиться в седьмой раз, что и делает Бензема на 84-й минуте. Хотя бы 3 мяча заколотить. Кстати, он забил только один гол, будучи на позиции Напа. Ну, он, кстати, ассистировал очень много. Вот что талант Криштиану, будучи на вингере, забивает. И раздает, кстати, передачи. Смотрите, подработал, забил. Давайте еще раз повтор. Глянем. Добежал, в сторону ушел и в дальний угол пробил мощный удар. Ну, в принципе, неплохо. А давайте-ка попробуем на восьмой замахнуться. Это не точно, значит. Бензема, кстати, уже устал. Вон, видно, как он... Я прям чувствую, как он... Это, в общем, вспотел. Устал, но бежит забивать. Манолас тоже устал, поэтому... Ах ты! Какой плохой человек! Я видел, там Манолас устал, он прям такой запыхался. Их. Ага, и мы получаем в концовке игры атаку в наш... Ну, на нашу территорию. Но мы заберем здесь мяч. Да. И у нас еще есть пара минут на... завершение нашей атаки. Нет, это реально можно попробовать. Давай, Роналдо. Ну ладно, вынос и все, да? Ну, 7. У нас, кстати, было еще в концовке матча 2 возможности забить еще 2 мяча. Но Бензема... Надо было все-таки в ближний бить. А я в дальний зарядил, а в итоге по центру. Рейтинг посмотрим. Нет, не у этой команды, у этой. Роналду, да, все правильно. Кто здесь босс называется? Ну, в принципе, все на этом. Вот, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, а я пойду уже запишу новый видеоролик со сложностью. Так, сейчас мы продлим контракты и уже скажу я вам. Так, еще насчет покупников нужно ведь сказать то, что они будут. Вот. Как же без паков-то? Вот, значит, следующий матч у нас будет против... Какая там сложность-то? Сейчас я посмотрю. Профессионалы. Будем против профи играть. Ну все, в принципе, всем пока. А я пошел записывать следующий видеоролик. Ух ты! И это хорошая возможность отличиться в седьмой раз, что и делает Бензема на 84-й минуте.